Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, простой еврейский салат. Он делается из яиц, майонеза, чеснока и плавленных сырков. Для салата нам понадобятся сваренные вкрутую яйца. Как варить яйца, я думаю, вы все знаете. Но, кстати, скоро на канале я покажу, как правильно сварить яйца, чтобы они легко очищались от кожуры. Конечно же, от скорлупы. Итак, вареные яйца мы натираем на крупной терке. Белки от желтков отделять не нужно, натираем яйца прям целиком. Если у вас нет терки или вам лень ее доставать, или она лежит у вас где-то далеко, то яйца можно просто очень мелко порубить ножом или с помощью специальной яйцерезки. Делайте так, как вам больше нравится. Теперь нам понадобятся плавленные сырки. У меня был плавленый сыр в коробке, точнее в контейнере, поэтому я его на терке не натирала, а положила с помощью столовой ложки в салат. Если у вас сырки, то натрите их на терке. И еще нам понадобится чеснок. Чеснока можно взять больше или меньше, столько, сколько вам хочется. Я не люблю сильные чесночные салаты, поэтому много сюда не клала. Один зубчик чеснока, или 2, или 3, смотрите сами, нужно мелко порубить или выдавить через специальный чесночный пресс. Добавляем чеснок в салат и все хорошенько перемешиваем. И последний ингредиент, это, конечно же, майонез. У меня майонез был домашний, я делала его сама с помощью миксера. Рецепт майонеза есть у меня на канале. Если вдруг у вас нет домашнего майонеза, нет возможности его сделать, то выбирайте хорошие магазины. Обязательно читайте состав. Добавляем майонез в салат и хорошенько перемешиваем. Так как майонез я делала сама, в нем уже достаточно соли, перца и горчицы, я больше ничего не добавляла. Если вы используете магазинный майонез, попробуйте салат на вкус и при необходимости добавьте черный молотый перец или немного соли. Еврейская закуска готова! Вот такой салат у нас получился, его можно готовить как каждый день, так и красиво оформить на праздничный стол. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.